Я постараюсь очень быстро вам рассказать, что такое дизайн-код Екатеринбурга. Все началось 6 лет назад, когда к нам в город приехал Артемий Лебедев и предложил логотип городу Екатеринбурга. Вот так вот он выглядел. После этого дизайнеры Екатеринбурга объединились, и не только дизайнеры. И вот этот вот молодой человек, Николай Горанович, предприниматель, обычный предприниматель, он занимается видеорегистраторами, решил организовать конкурс на создание айдентики Екатеринбурга. И каким-то волшебным образом у него получилось организовать большое сообщество вокруг этого конкурса дизайнеров, рекламистов, художников. В итоге конкурса победила вот эта концепция, которая через некоторое время была принята официально администрацией. Я думаю, все вы этот логотип видели. Он сейчас, в принципе, невозможно идти по городу больше 10 минут, чтобы не встретить это написание. Но самая крутая фишка этого логотипа — то, что дизайнеры не передали авторские права администрации. То есть на данный момент этим логотипом никто не владеет. У него открытая лицензия, и его может использовать любой человек в любых целях. В личных, в коммерческих, на своей продукции наносить и так далее. И вот эта открытая лицензия, она на самом деле, открытая лицензия на объект авторского права, это вообще уникальный случай в России. Подобных прецедентов вообще не было, чтобы творческий продукт не принадлежал никому, и любой человек мог использовать его как угодно. В этой открытой лицензии есть несколько небольших ограничений. Нельзя использовать на табачной продукции, на алкогольной продукции, продажа наркотиков, оружия и проституция. Все, других ограничений нет. Пожалуйста, можно скачать и использовать. И благодаря вот этой открытой лицензии логотип моментально принялся на таком эмоциональном уровне у жителей Екатеринбурга, и буквально там в течение полугода появился абсолютно везде. И вот благодаря этой истории появился непосредственный прямой диалог у дизайнеров, активных дизайнеров города с администрацией Екатеринбурга. То есть мы познакомились с главным художником Екатеринбурга Дмитрием Фогель. И благодаря такому прямому общению дизайнеры смогли, то есть нам не нужно было идти в администрацию, стучаться, околачиваться под дверями, приносить какие-то свои проекты, что-то предлагать, а уже сама администрация была заинтересована в том, чтобы дизайн-сообщество каким-то образом поучаствовало в визуальной среде Екатеринбурга. Ну вот несколько примеров я показываю, как используется логотип Екатеринбурга. У логотипа Екатеринбурга даже есть в Инстаграме свой аккаунт, лого ЕКБ называется. Можете, если интересно, подписаться и следить, как живет логотип Екатеринбурга. Ну и, собственно, благодаря вот этой прямой коммуникации с администрацией, так, это вот как логотип реагирует на события городские. Однажды мне Дмитрий Фогель, главный художник города, написал в личку в Фейсбуке и сказал: «Владислав, посмотрите, вот у нас новые навесы, сейчас мы разрабатываем к чемпионату мира по футболу, вот такие навесы будут устанавливаться в Екатеринбурге, в центре города». Я сказал: «Ну, к навесам я ничего не могу сказать, я не по этой части, а вот что касается графической части, вот как написано «Площадь Ленина», я считаю, что это очень ужасно». И Дмитрий Фогель говорит: «Владислав, а нарисуйте, пожалуйста, сделайте, как вот, ну, каким шрифтом, как бы вы хотели». И я в первый момент сказал, что, ну, извините, если вы хотите, чтобы я что-то для вас разработал, наверное, это нужно как-то коммерчески проводить, я должен получить какие-то деньги за это. И, в общем, я отказался. И на этой остановке, более того, будет стоять моя дочь. Она будет ждать транспорт, видеть, как эта надпись написана. И это все, вот этот вот визуальный мусор, безвкусица окружает нас и наших детей. Нас-то уже, конечно, не испортить больше, а вот наших детей можно. И в этот момент я понял: вот у тебя уникальный шанс хоть чуть-чуть, хоть на столечко что-то поменять в городе. Ты не должен его упускать. Ну и, собственно, я нарисовал, показал Дмитрию, все понравилось. Он говорит: «А вот это еще можешь сделать?»
Я такой, могу. И опять сижу ночью, что-то рисую, а потом понимаю, что каким бы талантливым и зазнавшимся дизайнером я себя не считал, но я не имею права в одного делать какие-то штуки, которые будут внедряться в городскую среду. То есть мне нужна команда таких же единомышленников, которые бы вместе со мной могли бы делать полноценный проект и помогать мне в тех моментах, в которых я, может быть, недостаточно специалист. И я знаю очень много дизайнеров, среди них оказались такие же сумасшедшие люди, как и я, которые вступили в группу. Это инициативная группа дизайнеров, она независимая, в нее входит от администрации Дмитрий Фогель, Мария Ермакова, к сожалению, она сейчас уволилась из администрации. И вот команда дизайнеров. 7 человек, которые абсолютно безвозмездно в свое свободное время что-то делают для Екатеринбурга в той среде, в которой являются специалистами. И, в общем, я сейчас покажу вам несколько проектов, которые мы уже сделали, и проекты, которые мы в ближайшее время запустим. Самое простое для меня было это разработать иконки навигационные, там, автобусы и так далее. И мне казалось, что это вообще... Потому что я в своей жизни перерисовал этих иконок, там, не знаю, тысячи. Сделал первые эскизы, так-так пробовал. И в какой-то момент вот такая концепция у меня появилась, на что Дмитрий Фогель вот такую реплику сказал. Говорит, нас не поймут горожане. И оказалось, на самом деле, это очень сложной задачей, потому что иконки должны быть, то есть это иконки не для сайта барбершопа, да, куда заходят хипстеры и понимают любую графику. Эти иконки должны считывать пожилые люди, то есть они должны быть максимально классическими, максимально узнаваемыми, но при этом они должны быть индивидуальны, то есть иначе зачем их разрабатывать, если можно скачать готовый набор. В итоге вот такие у нас получились иконки, это транспорт. С полицейским очень сложно было. Получился вот такой инвалид у нас, стремящийся. А это то, как происходит у нас общение в кругу дизайнеров. По вечерам открывается наш клуб ночных дизайнеров, когда ты закидываешь картинку, и если ее вот так вот не обсмеяли, значит ок. Если обсмеяли, значит идешь и переделываешь. Вот такие иконки во всех городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Иконки рекомендованы департаментом туризма. Я считаю, что это прямо лютое зло, и мне кажется, задание было сделать максимально плохо, чтобы все люди страдали во всех городах России от этого визуальной безвкусицы. Ну вот пример. Гостиница рекомендованная, и наш человечек лежит, отдыхает. Помимо этого, раз у нас появился человечек, мы подумали, а почему бы у нас в городе не могут появиться светофоры с нашим человечком? В итоге наши такие мечты, которые казались просто ради прикола, они воплотились в жизнь. У нас появился первый светофор с нашими изображениями, с нашим дизайном. И сейчас он стоит возле сквера на улице Бориса Ельцина, в тестовом режиме работает. Когда пройдет годовой тест, этот светофор будет внедряться и на других перекрестках и улицах города. Далее мы разработали индивидуальный шрифт, называется он «Сеть Sans». Раз у нас есть в команде шрифтовой дизайнер, почему бы этим не воспользоваться? Этот шрифт разработан специально для навигации, то есть он не совсем обычный. Тут есть такие элементы дизайнерские, но я сейчас вам быстро покажу. Вот, например, шрифт Arial, да, буква A и E. Если издалека посмотреть, вы не отличите эти буквы друг от друга, потому что они по форме очень похожи. У них все отличаются только вот этим вот разрывом. Один разрыв слева вверху, второй разрыв у буквы справа внизу. А висеть Sans... Все немного иначе сделано, специально для того, чтобы издалека любой человек мог считать. То есть даже слабовидящий человек за счет вот этих шрифтовых решений может определять все символы. Собственно, первые результаты, которые у нас появились, это как раз те самые остановки в районе центрального стадиона. Новые навесы с нашим шрифтом, с иконками. Ну и, собственно,
то, из-за чего я вписался в эту тему, это моя дочь, вот она стоит, то, как я мечтал, а могла бы стоять на фоне вот такой остановки. Ну и, собственно, когда мы поняли, что наша команда независимых дизайнеров, а мы еще никто никому не подчиняется, это коллеги, которые абсолютно работают в разных студиях, в разных агентствах, у нас нет дизайн-директора, например, как у меня в агентстве я дизайн-директор, и у меня есть дизайнеры, которыми я повелеваю. А здесь я никем повелевать не могу, поэтому нужно договариваться. И первый год мы не понимали, сможем ли мы вообще в принципе сработаться, сможем ли договариваться с друг другом, будет результат, будет ли этот результат появляться в городском среде, что самое главное. Мало разработать, главное, чтобы это появилось в городе. Элементы навигации, информационные стелы, очень много вариантов мы проработали. В итоге появилась первая, это карта, как выглядит, иконки нарисовали, не иконки, а изображения всех знаковых мест для этих карт отрисовали. И вот первая стела появилась возле Дворец молодежи. Она была тестовая, нам было важно понять, простоит она зиму или нет, после чего мы сделали выводы, что она немножко маловато по размеру, внесли изменения в конструктив, и теперь у нас устанавливаются в городе постепенно, раз в полгода устанавливается несколько стел. Сейчас я покажу, это вот процессы пока что, вот как мы ходим по городу и обсуждаем. Это уже новые стелы с новым конструктивом, по новым размерам, с новой картой, уже выверены и сделаны хорошо, которые сейчас будут внедряться в городе везде в центре. Городские указатели, соответственно, сейчас они вот так выглядят, но постепенно они будут ломаться и выходить из строя, и на замену им придут уже наши вот с таким дизайном. Любую вещь, которую мы пытаемся внедрить в городскую среду, мы тестируем. Приходим, клеим, фотографируем, смотрим, понимаем, что мелкий шрифт надо увеличивать, переделываем, снова приходим, клеим, смотрим и так далее. Потом делаем тестовые образцы, устанавливаем где-то и смотрим, как это живет в городской среде. Есть ли отклик от людей какой-то, замечают это, пользуются этим. Вот такие указатели, опять же, нам рекомендует департамент туризма. Вот такие во всех городах, если вы поедете в любой город нашей страны, вы увидите вот такие указатели. Далее мы подумали, что хорошо бы сделать единые домовые таблички. Рассмотрели все варианты домовых табличек, которые у нас присутствуют. И на базе этого сгенерировали новые, просчитали, сколько у нас улиц, сколько площадей, сколько там переулков. Соответственно, просчитали, сколько количество букв в каждом названии улицы, чтобы понять среднюю оптимальную длину таблички. То есть все это вычислили. Разработали таблички, вот они всякие разные были, очень много мы и пробовали. Но самая большая проблема не создать дизайн таблички. Понятно, что мы можем сделать красиво, классно и четко, но потом этим же будут заниматься другие люди, то есть не совсем дизайнеры. Придет кто-нибудь, скажет, у меня вот адрес такой, сделайте мне табличку. Человек в это вбьет, поставит как-то, и это не всегда будет красиво. То есть тоже нужно понять, как этим всем пользоваться, а мы как дизайнеры не можем сделать таблички на все дома в Екатеринбурге. И для того, чтобы исключить вот этот человеческий фактор, чтобы все таблички выглядели точно так, как мы запланировали, мы разработали генератор табличек, в которые ты просто заходишь, ну, некий сайт, забиваешь улицу, тебе автоматом подгружается перевод на английский, ставишь номер и скачиваешь оттуда PDF-файл, который уже отдаешь в производство. То есть полностью исключен фактор, человеческий фактор, и всегда таблички выглядят идеально, хорошо и красиво. Вот так выглядят таблички объектов культурного наследия на сегодняшний день. Но сейчас мы внедряем свои. Это тоже варианты конструктива. В итоге разработали такую полигональную конструкцию, которая вандалоустойчива. Делается она из картена, то есть такой металл, который покрывается через некоторое время, покрывается естественной патиной, то есть это не ржавчина, а такая как бы, ну, металл, помните, да, конструкции, которые стоят на площади 905 года, металлические, многие считают, что они ржавые, на самом деле это очень крутой материал, и мне кажется, для такого города, как Екатеринбург, где у нас металлургия номер один, такие материалы в городской среде, это очень круто.
Ну и, соответственно, разработали свой дизайн, отрисовали все объекты культурного наследия в едином стиле, что заняло у нас очень много времени. И сейчас постепенно они появляются возле всех объектов культурного наследия. Вот так было, вот так стало. Правда, пытаются нас их покрасить иногда в черный цвет, но мы сейчас будем снабжать их табличками «не красить» до того момента, когда они не покроются своим естественным цветом. Также мы разработали логотипы районов. То, что вот у нас есть, какие элементы айдентики, это логотип города, герб города, эмблема района, стелла района. И вот эти все элементы мы объединили в единый стиль и создали вот такие логотипы, где есть все эти атрибуты. Проанализировали все эмблемы, существующие районов. Если есть какие-то образы, мы их постарались максимально сохранить и сделать в едином стиле. Вот так это выглядит. На данный момент это еще не согласовано в администрации. Соответственно, это должны согласовывать главы районов. Мы еще с ними не обсуждали это, но на сегодняшний день мы тайком это уже внедряем на своих объектах. Так что в ближайшем будущем они будут уже официальны. Очень много планов у нас. На данный момент мы разработали таблички домовые для объектов культурного наследия. Они немного отличаются по цвету, по форме, по размеру, но с теми же самыми дизайнерскими кодами. Сейчас я перерисовываю герб Екатеринбурга. Это вообще наша самая большая боль. Если мы посмотрим и сравним герб Свердловской области и герб Екатеринбурга, то увидим, насколько качественно и красиво отрисован герб области, где каждая линия выверена. Ну, прямо вот хороший человек, добрый, талантливый это рисовал. А это какая-то полная противоположность. Я не знаю, ну видите, да, вот эти все элементы. То есть мы не полезем в геральдику, мы не будем перерисовывать герб. Мы просто создадим хороший, качественный файл, который легко можно будет использовать. При этом адаптируем его под разные размеры. Сейчас он не адаптирован ни подо что. Использовать его невозможно. У нас будет несколько начертаний, хоть в один цвет, хоть полноцветный, хоть там в два цвета. Все это на данный момент я прямо вот сейчас по вечерам этим занимаюсь. Также мы сейчас продумываем, как будем брендировать екатеринбургский транспорт. Сейчас у нас есть зеленые автобусы. Мы считаем, что это очень круто, что все автобусы у нас зеленого цвета. Это тоже часть брендинга городской среды. И, наверное, мы чуть-чуть внедрим туда какие-то лаконично, стильно и красиво какие-то дизайнерские элементы. Это эскиз, так не будет. Это просто такие рабочие варианты. 2 месяца назад мы выиграли тендер на дизайн умных остановок. Победили среди 10 компаний. Наш дизайн принят. Сейчас мы будем дорабатывать эти остановки и появится в следующем, к 300-летию Екатеринбурга, в центре появятся умные остановки с нашим дизайном. Это тоже все проекты. Ну, это вот так вот мы обсуждаем. Возможно, мы сделаем новую айдентику для Екатеринбурга, для 300-летия. Не знаю, нам еще не дали отмашку, пока официально принят вот этот логотип. Ну и, собственно, когда нас спрашивают, зачем мы этим занимаемся, ребята, вам же за это не платят, вы тратите свое время, свой талант, свои силы, лучше бы там с детьми посидели дома, чем вот этим всем заниматься. И внутри нашей команды точно так же возникают эти вопросы. Каждый раз, когда ты сидишь, это делаешь, потом думаешь, да блин, а если еще кто-то в городе это как-то испортит, думаешь, да нафиг это вообще нужно. И такие предательские мысли, они регулярно посещают наши головы, но в такие моменты я обычно себе и ребятам в нашей команде говорю. Знаете, в каждом городе есть сумасшедшие дизайнеры, которые хотят менять город, делать его удобнее, красивее, но не в каждом городе эти дизайнеры имеют такую уникальную возможность внедрять свои проекты в жизнь. У нас вот реально уникальная возможность, потому что у нас есть прямой диалог с администрацией. Администрация принимает все наши проекты, потому что непосредственно участвует в их разработке. И если мы этим не воспользуемся, то, наверное, мы будем дурачками. Поэтому вот многие нам что-то советуют. Вот видите, да, картинку. Вот здесь вот эти вот ребята находятся.
Мы постоянно выкладываем в социальные сети, у нас есть группы в Фейсбуке, в Инстаграме, постоянно выкладываем промежуточные проекты, чтобы узнать мнение людей и как-то их подключить. Наша группа, соответственно, ничего не пилит, мы не заработали ни одной копейки за это время, но у нас появился хороший партнер, я не постесняюсь его назвать, это Атомстройкомплекс, который помогает нам не тратить из личного кармана деньги на то, чтобы сделать какие-то тестовые образцы, что-то произвести, выпилить, наклеить и так далее. Наша группа открыта, в нее может войти любой дизайнер, но за все время существования нашей команды, это около 4 лет, к нам пришел лишь один человек, который пришел и остался. Приходило очень много. Все представляют это, что так, о, сейчас приду с крутыми дизами, потусуюсь, и как будто мы тут что-то сделали. А потом приходят, понимают, что сразу же получают задание, которое нужно идти и делать дома, а он не был к этому готов, и исчезают, в общем, дизайнеры. Так что если кто-то готов нам чем-то помочь, welcome, мы в любой помощи будем рады. Все, спасибо. Вопросов очень много, картинок. Я на правах модератора начну задавать вопросы. Мы сегодня общаемся с людьми, которые меняют город так или иначе. И Влад, мне кажется, пример вот такой яркий человека, который на своем энтузиазме это делает. Как ты справляешься с выгоранием? Вот вопрос, который мы всем спикерам задаем, потому что вот, ну, иногда настолько вот опускаются руки, думаешь, блин, да ну и горе оно все. Вот где черпать вдохновение в этот самый момент? Опустились руки, сел в тачку, положил на руль и уехал. На природу, да? Проблем подальше. Покружил по Уралу, вернулся и все. И все нормально. Я вот с табличками, ты показывал вот эти старые, которые делала столица Урала, она у нас, по-моему, пропала вот здесь вот от корпуса. Я был лично свидетелем. Мужчина стоит, пожилой достаточно мужчина, и у него ПВА клей в руке, он вот так вот замазывает все. Я подошел к нему, вот, говорю, ну вот зачем вы это делаете? Там была какая-то тирада про пьяницу Ельцина, ну то есть какая-то личная неприязнь у человека, которая заставила его уже в немолодом достаточно возрасте заниматься таким неблагодарным делом, как вандализм. И вот в такие моменты кажется, что вот руки опускаются. Вроде бы человек старался, делал. Есть такое, да. Мы вот часто негодуем по этому поводу, но это жизнь, так должно быть. Отлично. Нужно просто быстренько все обратно менять к хорошему, чтобы не было желания снова это все испортить. Переходим к вашим вопросам. Пожалуйста, по поднятой руке представляйтесь и задавайте вопрос. У нас вот молодой человек из первого ряда по имени Айбек желает задать вопрос. Почему бы не дать ему такую возможность? Да. Владислав, спасибо большое за вашу лекцию. У меня два вопроса, один короткий, другой, наверное, на поразмышлять. С короткого начну. Логотип Универсиады 2023. Но так как эта тема для нас очень интересна, потому что она касается Уральского федерального университета тоже, как вы к нему относитесь и можете ли дать профессиональную оценку? Я сразу второй тогда, чтобы… Я считаю, что это хорошая работа и нет никаких замечаний у меня как у дизайнера. Все ок. Окей, хорошо, спасибо. И второй вопрос. Дизайн-код Екатеринбурга. Вы говорите, что вы общаетесь с многими дизайнерами из других городов, наверняка у них тоже есть свой код дизайн, дизайн-код. А вот что насчет дизайн-кода страны? Может ли такой существовать? И если может, то кто его будет создавать? Туристический бренд России создавался, проводился всероссийский конкурс. Понятно, туда прислали медвежат, матрешек и жаб, как обычно это бывает. Кто-то даже в этом конкурсе победил, ну, потому что раз конкурс, должен быть победитель. Но понятно, что ни один разумный человек не примет эти концепции на официальном уровне. После чего Ассоциация брендинговых агентств России инициировала новый проект и сказала, давайте, ребята, мы все-таки командами соберемся и разработаем туристический бренд для России. Министерство туризма сказало, ну окей, если вы можете, давайте. После чего уже брендинговые студии, самые лучшие дизайнеры России, разработали свои концепции. В итоге одну концепцию они приняли. Я не знаю, видели или нет. Она в таком супрематическом стиле нарисована, наша страна. Из разных таких объектов. Контур из, да, повторяет контур, силуэт нашей страны, России, состоит из таких геометрических форм. Внедряется все это
как-то медленно, я не знаю почему, но тем не менее вот такие инициативы, они у нас в стране есть. Что касается брендинга других городов, если мы не берем в расчет Казань, Москву и Санкт-Петербург, где это на уровне непосредственно администрации, которая там за деньги это все заказывает суперстудиям и так далее, то все остальные города России на данный момент, без зазнайства скажу, ориентируются на Екатеринбург. То есть для них мы вообще пример во всем. Они, я много где выступаю с этой темой непосредственно. Они прямо за этим всем следят и говорят, блин, как у вас в Екатеринбурге круто, какие вы молодцы, вот мы так же хотим. И у многих, кстати, получается. Давайте, Алина. Здравствуйте. Я еще, во-первых, хотела высказать восхищение. Очень круто, что вы вообще над этим работаете абсолютно на безвозмездной основе. И у меня, знаете, такая ассоциация возникла, как вот герои Marvel, знаете, были Мстители, такая независимая группа, которая спасала мир. Вот мне кажется, вы что-то похожее, только вы спасаете внешний вид нашего города. Влад просто перед тем, как на сцену выйти, снял мантию, вот так, да. Да, и знаете, вот в Мстителях они тоже столкнулись, что в определенный момент там государство решили, что они слишком сильные, захотели над ними взять контроль. А вот вы конкретно там в дизайн-коде Екатеринбурга или там в своей работе над другими проектами, вот когда сталкиваетесь там с правками условными от клиента или там, что они настаивают, что именно так, вообще как вот с этим бороться, как объяснить свою задумку, там настоять и не испортить вообще задумку вот этими правками? Я сейчас объясню. У нас процесс выстраивается абсолютно иначе, не как обычно ты работаешь с клиентом, когда получаешь задание, потом делаешь несколько концепций, потом приносишь, презентуешь, клиент говорит, вот эта мне концепция нравится, ну давайте ее переделаем или доделаем и так далее. Нет, тут все принципиально иначе. Мы никому ничего не должны, мы делаем по собственной инициативе. И единственное, что происходит, администрация говорит, ребята, а есть вот такой элемент визуальной среды, который мы в ближайший год будем менять, и вы можете на него повлиять, например, как городские указатели. Да? Если вы сделаете дизайн, то мы будем ваш дизайн внедрять. Если вы не сделаете, мы будем обновлять на тот дизайн, который существует. Мы говорим, хорошо, нам это интересно, мы в этом профессионалы, мы готовы за это взяться. После этого кто-то из ребят определяет для себя что-то по его тематике и берет непосредственно этот проект на себя. Остальные в процессе вносят постоянно правки. То есть у нас сам процесс и состоит бесконечно в правках. Мы друг друга всяко шпиняем, и в итоге при этом сам главный художник города Дмитрий Фогель участвует в этом процессе. То есть, по сути, когда мы выходим к финальной точке, к финальному дизайну, он уже автоматически утвержден. И все, что нужно, Дмитрию Фогелю поставить подпись и отдать в производство. А так как он сам в процессе участвует, логично, что в итоге он получает то, что, к чему уже готов. Вот. А вообще, в принципе, мы достаточно такие строптивые дизайнеры. Вот сейчас нам сказали, что кто-то пришел, новый руководитель какого-то департамента, и нам нужно команде дизайн-кода или представителю из нашей команды прийти с ним познакомиться, презентовать наши наработки и так далее. Давайте приходите, он готов вас принять там вот в такое время, бла-бла-бла. Я говорю, а если не придем, то что? Ну как бы кто кому нужен? Ну, я считаю, что мы нужны городу, да, с нами нужно договариваться. Я не собираюсь никому приходить, что-то презентовать. Я думаю, он должен сам интерес испытать к нам и сказать, ребята, а когда вы там встречаетесь? Мы каждую среду встречаемся по вечерам, обсуждаем, можно всегда к нам прийти и с нами пообщаться и познакомиться. Ну вот такие мы как бы немного вредные и зазнавшиеся. Если кто-то в администрации, кому ты можешь позвонить, когда видишь ну, вот то, что я называю муниципальный дизайн. Я часто вижу, особенно ко дню города, как издеваются над логотипом в разных районах, растягивают его, перекрашивают. Вот ты идешь и видишь щит с ужасно исполненным логотипом. Есть ли кто-то, кому можно позвонить? Про логотип я не буду говорить. Логотип, у него своя жизнь, он может жить как угодно, интерпретироваться. Я считаю, что это нереальный кайф, как он живет.
где-то так, кто-то там заменяет часть слова, вписывает там слово «бёрд», «птички», да, «Екатеринбёрд», и это прекрасно. А что касается наших непосредственных разработок для Екатеринбурга, то мы стараемся за ними максимально следить, чтобы они не попадали в неправильные руки. Мы не передаем материалы, мы не передаем шрифты. И если кому-то передаем, то только прямо вот знаем, что вот этот человек будет подконтролен нам. Угу. То есть мы максимально стараемся, чтобы все наши наработки пока что на начальной стадии интерпретировались именно так, как мы задумали. А дальше посмотрим, наверное, у этого тоже будет какая-то своя жизнь. Отлично. Еще вопросы, пожалуйста. Не стесняйтесь, лес рук. Ну, Анна Вольфрамовна, ваш звездный час, пока ребята думают над вопросами. Пожалуйста, передайте Анне Вольфрамовне микрофон. Как нет? Как нет? Это, видимо, личный вопрос. Это не вопрос. Нет, Влад говорил, что у вас есть вопрос. Я задавала этот вопрос Владу уже дважды. Ну, он мне на него отвечает с позиции дизайнера. Поэтому вот жалко, что Алексея Владимировича не вижу. Сравнить бы тут позицию дизайнера с позицией истинного филолога. Что такое ЕРИН? Что такое ЕРИН? Екатеринбург. Вопрос к логотипу, что... Но я задавала вопрос этот Владу. Тогда, когда это у Петербурга, ну, время для провокации, это Святой Петра город. Тогда, когда у Екатеринбурга, это чисто дизайнерское решение, я понимаю, чем оно вызвано. Но хотелось бы, чтобы вот смысловая привязка... У ну, вообще, это иначе. Частая критика, наверное, да, к логотипу, что так неправильно. Это единственный делить. Комментарий, который, если кого-то и раздражает, то только в этом. Я скажу, это логотип, это графический образ, это в первую очередь визуальная картинка, и она может быть любой. Если мы посмотрим на логотипы любых компаний, там много что сделано неправильно. Там косые кривые буквы, неправильные переносы, надписи вниз головой, отзеркаленные буквы. И никто не задает вопросы к этим логотипам, почему у вас буква А отзеркалена. Мы же так не пишем, это же неправильно. А почему у вас в русской надписи буква И с точкой? Это же так нельзя писать. То есть те приемы, которые используются в айдентике, в графике, они могут быть абсолютно любыми. Главное здесь — это сама картинка, сам идентификатор, по которому ты однозначно считываешь принадлежность этой картинки к какому-то конкретному бренду. Соответственно, что касается Екатеринбурга, да, действительно все сделано в угоду того, чтобы логотип стал емкий, удобный, компактный, как наш сам город, самый компактный миллионник. Все у нас вот так вот центр города перечеркнут центральными линиями. И если мы посмотрим на логотип, в принципе, вот эта вот структура замкнутая, жесткая, привязанная, такая брутальная, она и сохранена непосредственно в самой графике. То, что перенос неправильный, ну, это в угоду визуальной стилистики, не более того. Так что не привязывайтесь к ЕРИН, читайте ЕКАТ. ЕКАТ, да. Еще вопросы, пожалуйста. Да, вот здесь есть, наконец-то, девушка, которая хочет задать вопрос. Как зовут вас? Меня зовут Елизавета. Я бы хотела спросить вас по поводу того, опираетесь ли вы на чей-то опыт, опыт других стран, возможно, и откуда-то вообще черпаете вдохновение, или вы все делаете вообще ну, по наитию какому-то? Ну, если в формате дизайн-кода говорить, то прежде чем к любой какой-то концепции приступить, мы изучаем аналоги, мировые аналоги в России, потому что их не найти. Можем только ориентироваться на Москву и Санкт-Петербург, а это очень узкая, как бы, узкая сфера. Мы изучаем то, что делают другие дизайнеры, другие города. Смотрим и понимаем, какие приемы не нужно изобретать, которые можно заимствовать, потому что это навигация. Навигация работает по единым каким-то принципам. Да? Мы говорим, ага, вот так мы возьмем. Но, тем не менее, после этого, после анализа, мы пытаемся внести свои какие-то авторские, не знаю, как назвать, приколюхи, например, чтобы у нас вот там было все так необычно. Например, вот эти карты, они у нас не очень простые, не просто здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это. Там есть прямо надписи, такие всякие пасхалки, там у нас есть шарик возле драмы, все время он на разных картах разное изображение имеет, ну как он меняется, помните, да, там.
есть всякие подписи, что здесь можно вкусно покушать, а потом пройдитесь туда. Ну, то есть карта, которая с таким человеческим лицом, неформальная, как там в телефоне ты можешь зайти и посмотреть улицы, а карта, которая с тобой беседует, как собеседник, как житель города с тобой может поговорить. Вот, такие элементы авторские мы пытаемся внедрить в каждую разработку, которую делаем, но тем не менее, конечно же, изучаем опыт других стран, других городов. Я бы расширил чуть вопрос вот про вдохновение, про насмотренность мы уже сегодня говорили. На что ты подписан, что ты там листаешь в Инстаграме, что-то, что вдохновляет? Ну вот там едешь пока в машине, в такси, листаешь ленту, что это, как правило? Ну, мое утро начинается с сайта Ads of the World, где вся лучшая реклама выкатывается, которая была опубликована вчерашним днем. И ты моментально понимаешь, что самого крутого, то, что сделал. Какие-то тренды можно. Да. Да. А остальное все, в принципе, так как я подписан на большое количество дизайнеров во всех социальных сетях, каждый дизайнер что-то выкатывает, что ему понравилось, и ты уже, глядя на эту ленту, получаешь какой-то отсортированный контент. Круто. Давайте поблагодарим Влада. Мне кажется, Влад яркий Спасибо. Пример человека, который... который смог, который не побоялся изменить город и делает это своим ежедневным трудом.